Здравствуйте. В эфире программа «В центре внимания», в студии Евгения Монакова. 10 декабря в администрации города Благовещенска завершился конкурс на лучший эскизный проект реконструкции площади Ленина и примыкающей к ней территории «Золотой мили». С каким результатом подошли к финалу? И также еще рассмотрим сегодня некоторые другие интересные вопросы. Наверняка благовещенцам понравится тема, о которой мы говорим. Сегодня на студии находится Александр Валентинович Плешкевич, первый заместитель мэра города Благовещенска. И вот с ним, собственно, и будем об этом говорить. Здравствуйте. Добрый день. Александр Валентинович, ну, действительно, во-первых, лучший эскизный проект – это тема, которая давно уже достаточно, я так понимаю, с октября месяца, да, объявлен был конкурс. Да. И, наконец-то, вот теперь мы узнаем, как будет выглядеть «Золотая миля». Но я знаю, что и до этого были другие проекты, другие предложения, да, какие-то. Вы их объединяли, включали в этот процесс или же нет? Или это был совершенно отдельный конкурс? Ну, начну с того, что действительно 12 октября текущего года был объявлен открытый конкурс на реконструкцию площади имени Ленина и прилегающей территории Золотой мили. В рамках этого конкурса планировалось, что люди, ну или архитектурные компании, которые выйдут на этот конкурс, должны будут отработать архитектурно-планировочное решение, художественное оформление нашей площади Ленина, а также территорию, которая прилегает со стороны нашей набережной. Это вот территория Золотой мили, так называемой. Значит, прежде чем начать этот конкурс, администрация города провела опрос жителей, значит, с просьбой дать рекомендации, что бы хотели наши жители увидеть на территории нашей площади отреконструированной, и что они хотели бы увидеть на той территории, которая у нас в дальнейшем будет осваиваться. Какие пожелания? Да, какие пожелания, да. И граждане очень активно откликнулись на это, и было очень много пожеланий. Ну, одни из пожеланий, например, как бы сохранить ту площадь, которая у нас имеется, отреконструировать существующий фонтан, например. Предложили там дизайнерские ходы там, по озеленению, по архитектурным формам люди просили. Просили учесть их мнение, чтобы там уголок писателя там был какой-то, там, ну и так далее. В общем, для того, чтобы ну, разместить могли детские площадки, там, малые архитектурные формы, все это было сказано нашими жителями, и все это было потом как рекомендации предложено конкурсантам. То есть они могли к этим рекомендациям прислушиваться? Конечно, это было как обязательным условием. То есть мы эти рекомендации выдвинули как обязательное условие. То есть каждый проектировщик должен был учесть их при проектировании своего проекта в реконструкции нашей площади Ленина. Действительно, на конкурс вышло 4 проекта. Два проектировщика это были наши местные, и один проектировщик из Москвы, один из Якутии. Интересно, вот как дистанционно да, создавать то, что ты даже по факту вот так вот не видел воочию? Да, ну, значит, конкурсанты наши представили нам свои проекты. До 3 числа у нас продолжался прием конкурсных проектов. И, значит, эти конкурсные проекты были размещены на официальном сайте администрации города Благовещенска с той целью, чтобы люди разместили свои отзывы о каждом из этих проектов. Я скажу, что довольно-таки активно наши люди участвовали в обсуждении. Я потом чуть попозже скажу. Хорошо, результат. Да, результат этого обсуждения. Ну, что скажу, что 10 декабря у нас состоялся заседание конкурсного жюри. В состав жюри у нас входили как представители Союза архитекторов, Союза дизайнеров, советник губернатора, представители Министерства транспорта и строительства. От администрации у нас были представители архитектуры и строительства администрации города Благовещенска, управления жилищно-коммунального хозяйства, от общественности представители ОС «Центральный». Значит, серьезная, большая комиссия. Ну да, большая комиссия. Этой комиссии были рассмотрены все эти 4 варианта эскизных проектов. И подведены были итоги. Значит, оценивались проекты по определенным критериям, их было 7. И как бы одним из этих критериев было в том числе практическое воплощение этих дизайн-проектов. Это вообще самое главное, по факту, я бы сказала. Да, по факту. Поэтому оценивалось это в бальной системе от 1 до 5. Каждый член жюри проставил свои оценки, и когда подвели итоги, получилось, что у нас занял первое место, это архитектурное бюро из города Москвы, Бурон Москву. Да, они заняли первое место, значит, получили диплом первой степени нашей и денежную премию в размере 200 тысяч рублей. Совпала ли экспертная оценка с оценкой, которую дали граждане? Да, а теперь скажу, значит, после того, как мы провели опрос жителей по всем вариантам эскизных проектов, оказалось, что большинство жителей проголосовали за первый и второй проект,
который занял первое и второе место. Поэтому, ну, я так понимаю, что члены жюри разделили свое мнение с жителями нашего города. То есть оно совпало. Хорошо, когда все совпало. Ну, я скажу, что, конечно, там были воплощены определенные дизайнерские идеи архитекторов. Нам предложили, например, вот, конкурсанты, ну, кто занял первое место, вот, Боров Москву, они предложили как бы зеркальное отражение нашей площади существующей на территории Золотой Мили с размещением новой площади. Там, значит, они планируют разместить трибуну, сцену, холмы, что у нас как бы никогда не воплощалось. Да, вот я первый раз вижу такие вот дизайнерские проекты. Эти холмы, на холмах будут размещены, значит, детские игровые площадки. Ну, в общем, очень много интересных идей там воплощено. Другим проектом, значит, мне очень понравилось, например, в одном из проектов, когда они предложили дизайнерский ход по оформлению малых архитектурных форм и наших объектов, ну, скажем так, движимое имущество, киоски, павильоны. Они в виде единой такой волны у них получилось. Ну, очень красиво с моей стороны. Я думаю, наши как бы конкурсанты не подвели нас. Мы надежды наши оправдали, скажем так. Ну и что? Второе место заняло у нас, победителем стал архитектурное объединение «КОД». Это местное. Это наше местное, Благовещенское, да. И третье место занял тоже наше местное, это Архип. Значит, архитектурные. Ну, хорошо, что местные действительно, видимо, да, чувствуют. Наши ребята не здорово, подвели нас, да. Ну, я думаю, что, и якутяне тоже у нас не обидятся. Они получили как бы диплом за участие в нашем конкурсе. Но, к сожалению, жюри наше конкурсное не оценило их на призовые места. Александр Валентинович, да. Ну, теперь единственное, чего будет ждать весь город, конечно же, это воплощение. Да. Ну, я думаю, что при воплощении мы постараемся применить вот все дизайнерские ходы, которые из всех трех проектов, которые победили. Ну, то есть самые будем изюминки, собирать лучшие, изюминки, да? Будем мы все-таки применять. Ну, я считаю, что это будет правильно. Потому что, ну, люди творческие, они отрабатывают каждый в своем как бы ракурсе, да? И применить те варианты, которые предложили, ну, не в полном объеме, а именно какие-то элементы взять из каждого проекта, в принципе, я думаю, это будет не лишним. Ну, я тоже не сомневаюсь, что в итоге должно получиться хорошо. Я думаю, и будет горожанам красиво. Понравится, тем более, что они уже заранее одобрили. Александр Валентинович, не могу еще напоследок не обсудить один вопрос, очень важный. Это ремонт облика фасадов наших главных благовещенских улиц. Улицы Ленина и улицы Калинина. Я знаю, что тоже работы ведутся, они начались не сейчас. И какой процесс, и чего хотите добиться, самое главное? Да. С целью, значит, улучшения внешнего архитектурного облика наших зданий и как бы более привлекательной туристической там, привлекательности города нашего, учитывая, что мы столица Приамурья, значит, администрация города действительно сейчас ведется работа активная по приведению фасадов зданий. Сейчас пока на улице Ленина и улице Калинина, это первый этап, соответствующее нормативное состояние. Мы отрабатываем с собственниками зданий, направляем им письма с целью приведения фасадов в надлежащее состояние. Мы просим их разработать проекты, согласовать их с нами по реконструкции либо по капитальному ремонту этих фасадов и воплотить эти идеи как бы на практике. Откликнулись, я да, знаю, уже некоторые. Есть, да, есть уже много людей и собственников, кто откликнулся. Они прислали нам графики производства работ своих, то есть они расписали, когда будет проектная документация разработана, когда они планируют приступить к реализации этих проектов. Работа очень тяжелая, сложная, потому что, ну, не каждый собственник находит финансовое средство для воплощения этих идей. Особенную сложность составляет, конечно, у нас жилой фонд, потому что принять решение о реконструкции фасада жилого здания могут только собственники на общем собрании жильцов. В этом отношении мы работаем с управляющими компаниями, они привлекаются для работы с жителями этих многоквартирных жилых домов. Мы надеемся, что со временем мы эту работу выстроим таким образом, что фасады из наших зданий будут приведены в надлежащий вид. Но помимо самих фасадов, мы планируем там также вечернюю подсветку, чтобы была размещена, ну, по крайней мере, хотя бы на общественных зданиях, там, на торговых центрах, на всем остальном. Ну и привести в соответствие вывески, рекламу и все остальное. Но это действительно огромная работа. Я так понимаю, что даже сроки пока непонятны. Да, да, сроки пока непонятны. Значит, мы пока решили воплотить в жизнь первый этап. Это две улицы взяли за основу. Это улица Ленина и улица Калинина. И вот в отношении этих улиц сейчас отрабатываем. Ну, какие-то ремонтные работы уже начнутся буквально следующим же сезоном? Мы очень сильно на это надеемся, да.
Ну и помимо этого, город Благовещенск, администрация города Благовещенска, она как бы берет на себя обязательства по реконструкции фасадов одного из зданий архитектурного облика. Ну вот на текущий год, наверное, в наступающем году, в 2019, мы планируем отремонтировать здание по адресу Ленина, 133. Это здание администрации, это здание архитектурное у нас, поэтому у нас как бы есть даже предписание инспекции по охране памятников архитектуры, и мы должны его выполнить и отреконструировать фасад своего здания. Начинаем с себя. Начинаем с себя. Поняла этот принцип, да. Спасибо большое вам, Александр Валентинович, что пришли к нам в студию. Надеюсь, будете приходить по мере реализации этих серьезных проектов еще. Да, спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Александр Валентинович Плешкевич, первый заместитель мэра города Благовещенска. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи.